Менеджмент классической модели СПА можно назвать одним из базовых курсов. Вы изучаете историю СПА, вы изучаете систему пяти чувств, алгоритмы взаимоотношений с клиентом, психотипы клиента и конфликтологию. Вы изучаете СПА-этикет, а также виды СПА и СПА-взаимодействий, противопоказания при массаже относительные и абсолютные. Причем не только теоретически, а как увидеть эти практические противопоказания у себя в массажном кабинете. Витаминология в классическом СПА, а также искусство СПА-консультации и технология создания СПА-композиций, СПА-пакетов, ДСПА и СПА-программ в классическом СПА. На практике мы изучаем мультисенсорное воздействие и восприятие, энергосбалансирующий комплекс для мастера, методики русский спа-массаж, бирманский массаж, лимфодренаж, академический антицеллюлитный массаж, фитнес-массаж, липолитический массаж, тибетский массаж камнями, медовый массаж. Ну и по окончании нужно будет сдать экзамен индивидуализация типового спа-воздействия, создание спа-композиции, спа-пакета, ДСПА и спа-программ в классическом СПА. Методики, которые касаются коррекции фигуры, практически апробированы. Многие из них вы уже знаете. Липолитический массаж, который реально снижает процент жировой ткани. Академический антицеллюлитный массаж снижает целлюлит на целую стадию. Ну и палочка-выручалочка – это фитнес-массаж, с помощью которого можно решать практически любые проблемы, связанные с коррекцией фигуры. Это и мышечный тонус, это и восстановление после родов, это и локальные жировые отложения, ну, практически все проблемы. Мы учим, как вы поняли, не отдельным техникам массажа, а как помочь клиенту решить три основные его мотивации: поправить здоровье, усилить иммунитет, создать хорошую фигуру и при этом иметь сбалансированный психоэмоциональный фон.